утро на Енисее. Ода к радости Бетховен. Почему именно она? Потому что это ода к радости, само название говорит за себя. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Песни молодости. Когда слышу их по радио или у детей, да, начинаешь что-то и танцевать, то вот разные же песни. И комбинация, группа комбинация наша, и Modern Talking, все это мы любили, слушали, и сейчас это душу забирает. Есть только миг, за него и держись, вот этого изобразия. Когда грусть какая-то, вот грустное настроение, вспоминаю, что есть такая замечательная песня, что действительно каждый миг – это и есть счастье. Есть только миг. Между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Ума Турман. Знай, все еще будет. Южный ветер еще подует. И мечту еще наколдует. И что-то там перелистает. Вот. Да, как бы хочется ее петь. Смотришь на голубое небо, солнце светит прям. Она внутри поет. Обезьяны, кошелоты, там что-то еще дальше было. И веселый попугай. А Моргенштерна можно послушать. Какую-то песню у него можно послушать, чтобы стать счастливым? Все. Хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на шоу. Класс песен, это все песни из детства. Даже какая-нибудь грустная про мамонтенка, которую ты вспоминаешь, как тебе там мама пела или в садике. Ты такой, блин, вот это счастье. Бенни Бенасси, Love is gonna save us. Если помните такую. Почему именно она? Связано с теплотой дома, когда еще семья была целая. Когда вот на улице вьюга, а дома тепло и хорошо, и еще такое, знаете, беззаботное время. Оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевое что-то там дальше. Вот как ваш микрофон? Песня Хэппи, Фаррелл Уильямс. Почему именно она? Она называется «Счастье». Она по мелодии очень динамична. На мотивчик напой, я подключу сразу. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Знаю. Все, супер, спасибо большое, хорошо, нет, до свидания. Ну что ж, у всех, у кого-то сердючка, у кого-то детские песенки. Ну а у нашей редакции любимая мелодия и мотив только один. Утро на Енисее. Утро на Енисее. Уу!